сегодняшнего дня. Ременной велотренажер. Тренируемся дома, дорогие друзья. Бестселлер телеканала Шопеншоу сегодня становится главным товаром дня. 5 апреля был распродан полностью в количестве более 500 предложений. Сегодня цена 6999 рублей, 5000 рублей ваша экономия. И у нас 4 цветовых решения на выбор. Яркий зеленый, его для себя сегодня выберу я. Также есть желтый, голубой и оранжевый. Ну и, конечно же, об этом ременном велотренажере знает все наш эксперт рубрики «Здоровье» Василий Репин. И также Василий Репин знает, как этот велотренажер работает, на чтобы мы все оздоравливались. И также Василий Репин знает, что малоподвижный образ жизни ни к чему хорошему не приводит. Застой крови, застой лимфы, отекают ноги, болят ноги, появляется одышка, колет за грудиной, щемит, как-то давит. Надо помочь своему сердцу. Нужно совершать необходимые 10 тысяч шагов в день. Увы и ах, мы это не делаем по разным обстоятельствам. Вот они, вот оно следствие малоподвижного образа жизни, боль за грудиной, о чем я вам говорил. Может привести к варикозному расширению вен, потому что происходит застой крови, в частности венозной. Мы профилактируем с вами, крутя педали, занимаясь на велотренажере, инфаркты, друзья. И вы знаете, пищеварение, то вдруг на нас нападает жор, как мы говорим, то вдруг нам ничего не хочется, то у нас депрессия, то у нас, знаете, мышцы перестают быть в тонусе, и нас начинают хватать судороги. В общем, ничего хорошего. Боли, мигрени, бессонница, это малоподвижный образ жизни. Вот чтобы так не было, чтобы наладить работу в первую очередь сердечной мышцы, мы с вами крутим педали. Тем самым подходим на уровень необходимых 10 тысяч шагов в день. И, внимание, смотрите, кардионагрузки положительнейшим образом влияют на работу нашей сердечной мышцы. И сердце начинает активно биться, оно ему благодарно, и тем самым доставляет кислород ко всем нашим органам, тканям и суставам, то есть ликвидируются застойные явления, и мышцы становятся мягкие, пластичные, как у спортсмена. Минус судороги, минус боли в суставах, потому что хорошо разрабатываются суставы, и как приятный бонус, уходит лишний жир с живота, с ягодиц, с бедер, друзья, потому что кислород, когда мы крутим педали, вырабатывается кислород, начинает активно сжигать жир, но не только который затаился лишний на животе, бедрах и ягодицах, но и глубокий висцеральный, который, например, как подушка, мешает хорошо биться сердцу. То есть это очень полезно, велотренажер, совершаемые упражнения для всего нашего организма. Ну это действительно, хотя бы минуту попробуйте покрутить вот такой велосипед, и вы уже почувствуете, как ваш организм начинает оздоравливаться, лишний вес уходит, сердце начинает биться как мотор, да и суставы работают уже совершенно по-другому. Цена только сегодня за такой ременной велотренажер 6999 рублей. У нас 4 цвета на выбор. Зеленый, оранжевый, голубой и также желтый сегодня есть для вас. Какой выберете вы, решать только вам. Главное успеть сделать заказ прямо сейчас и открыть для себя счастливое лето. Васенька, давай поговорим вот еще о таких моментах. Суставы, мышцы. Вот вообще можем людям, вот у которых есть с этим проблемы, порекомендовать такой вот велотренажер? Более того, Света, сразу скажу да, да и еще раз да. При артритах, при артрозах хорошо разрабатываются коленные суставы, и при этом, замечу, сустав не изнашивается, как, например, во время бега, особо так вот идет давление, вспоминаем физику, на коленные суставы. Если говорить об артрозе, друзья, то это нет межсуставной жидкости, это дистрофия межсуставного хряща происходит. Чтобы этого не было, друзья, нужно сустав разрабатывать, скажет вам любой грамотный врач. А как же разрабатывать суставы? Посмотрите, все очень просто. Наш сустав верхний и нижний. Между ними, внимание, находится межсуставной хрящ. Межсуставной хрящ, когда верхний сустав и нижний начинают друг с другом соприкасаться, он начинает истончаться. Видите, он истончается. Его надо подпитать. Подпитать синовиальной жидкостью. А где же ее взять? А это природная природа. Так сделала синовиальную жидкостью. Нужно суставчик вот так разрабатывать, чтобы он не застаивался. И вот когда мы с вами крутим педали, сустав вот так начинает разрабатываться, при этом не изнашивается, начинает вырабатываться синовиальная жидкость, смазка природных суставов, и питать наш межсуставной хрящ. И сустав не скрипит, не болит, по-моему, очень и очень хорошо.
Очень-очень хорошо. Я еще чувствую, как прорабатываются мышцы ног. Вась, давай тоже об этом сегодня поговорим. Давайте посмотрим. Прорабатываются мышцы ног. Сейчас показывают задняя поверхность бедра. Задняя часть бедра, вы это видите на своих экранах, очень хорошо работает. Работает мышца пресса. Вот почему еще уходит быстро с живота излишний жир. И пресс, друзья, начинает вот так у нас подтягиваться. Конечно, кубики нам, вам не нужны, особенно женщинам, но лишний жир живота уйдет, и пресс у вас начнет подкачиваться. Также хорошо работают икроножные мышцы. Также хорошо работает как внешняя, так и внутренняя часть бедра. Но еще раз скажу, что хорошо работают суставы, при этом не изнашиваясь, как коленные, вы видите, вот они работают. Также задействован и тазобедренный сустав. Плюс позвоночник, когда вы сидите на этом велотренажере, находится в правильном физиологическом положении. Это важно. Вы знаете, это важно сегодня позаботиться о своем здоровье и понять, что суставы могут работать как часы, что ничего не может болеть, что лишний жир буквально будет исчезать с вашего тела, и вы приобретете наконец-то красивую фигуру и красивые очертания. И сможете даже, допустим, надеть те самые джинсы, которые еще вчера не смогли надеть. Цена только сегодня 6999 рублей, и это хорошее вложение именно в ваше здоровье. Это ваш фитнес, это ваш личный фитнес-инструктор дома, это ваше здоровье. Вы забудете походы в поликлинике, в аптеке, вы забудете, что такое работать на лекарства, какие-то мази, обезболивающие, потому что с помощью такого велотренажера вы будете полностью оздоравливаться. Василий, ну как им управлять, справится ли любой человек с этим велотренажером? Абсолютно любой человек справится с этим велотренажером, друзья. И велотренажер справится с вами, а вернее с лишними жировыми отложениями. И посмотрите, одной кнопкой я вам показываю. Есть удобный жидкокристаллический дисплей, не нужно. Просто глазки опустили и смотрите, да. А сколько ж, видите, спит скорость? С какой скоростью я сегодня совершал тренировку? А за какое время? Какую дистанцию я проехал? Сколько раз я прокрутил педали? Все здесь видно. И самое главное, сколько килокалорий вы сбросили? Вы не теряете энергию, вы теряете лишние килокалории. То есть вы лишний жир у вас уходит, вы стройнеете, худеете, а стало быть, молодеете. Очень и очень удобно, друзья. Посмотрите, все это вы наблюдаете самостоятельно. Мне очень нравится, что сегодня этот велотренажер избавляет вас от лишнего жира, он избавляет вас от боли в суставах, он вас оздоравливает, вы живете до 100 лет и действительно будете долго крутить педали к своей новой яркой жизни. Цена только сегодня 6999 рублей. Откройте счастливое лето с Shop & Show. We'll be right back.